Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы расскажем о том, как пройти регистрацию на сайте Faberlic. Для начала нам необходимо перейти на сайт компании Faberlic, расположенный по адресу faberlic.com. Далее необходимо зайти в раздел «Регистрация» и ввести свои регистрационные данные. Все данные хранятся на защищенных серверах, что гарантирует их безопасность. Если во время ввода какие-то данные не заполнены, то система выделит красным тот фрагмент, где данные некорректные. Данные в этом сегменте необходимо изменить на корректные, после чего ввести номер вашего представителя. Если знакомого представителя нет, то система назначит вам его автоматически. Данные о вашем представителе будут доступны в личном кабинете. Компания Faberlic рекомендует не убирать галочку с раздела «Я хочу получать предложение от компании Faberlic». Это позволит вам максимально оперативно получать информацию о новых каталогах, акциях и дополнительных бонусах. После заполнения указанных данных вам на контактный номер, указанный при регистрации, придет два СМС. В одном СМС-сообщении будет код подтверждения, в другом будет ваш личный логин и пароль, необходимый для входа в личный кабинет. Вводим код подтверждения, который пришел ранее в СМС. После подтверждения номера телефона у вас появляется в правом верхнем углу раздел «Личный кабинет». Кликнув на этот раздел, появится выпадающее меню, в котором отображены все необходимые для работы разделы. В первую очередь необходимо выбрать оптимальный способ получения заказа. Система на выбор предлагает два варианта – пункт выдачи и адресная доставка. Рассмотрим оба варианта. Если мы выбираем пункт выдачи, то необходимо выбрать страну получения заказа, область и город. Далее появляется кнопка «Посмотреть все возможные места». Кликнув на нее, система предложит на выбор ближайшие пункты выдачи. Причем посмотреть их можно в виде списка или же на карте. Для каждого пункта выдачи указан график работы, контактные данные, даты комплектации и ближайшей доставки. Термин «комплектация доставки» означает, что сформированный заказ комплектуется в указанную дату, далее он отправляется в выбранный вами пункт выдачи, где заказ будет в дату, указанную в графе «Ближайшая доставка». Точную информацию о времени и дате доставки вы получите в СМС-уведомлении, которое будет выслано на номер, указанный при регистрации. Выбрав оптимальный пункт выдачи, система выдаст вам оповещение о том, что сформирована новая точка доставки. Вы можете ее сохранить, если планируете в будущем получать заказы в данном пункте. После того, как пункт выдачи выбран, необходимо вернуться в личный кабинет и перейти в раздел «Настройки». В данном разделе есть возможность выбрать режим списания средств за неоплаченные заказы. Компания Faberlic рекомендует выставлять автоматическую оплату, поскольку этот формат позволит вам не только оперативно оплачивать сформированный заказ, но и резервировать товар, который только будет поставлен в ваш регион. Тем самым при помощи этой функции вы сможете получить товар незамедлительно после его поступления в продажу. При возникновении каких-то вопросов у вас всегда есть возможность связаться с вашим консультантом. Узнать контакты для связи можно в разделе «Личные данные». В графе «Наставник» указан ФИО и контакты наставника, к которому вы прикреплены. Дополнительно ответы на возникающие вопросы можно получить в официальных сообществах. Они отмечены специальным значком верификации. Или на сайте в разделе «Задать вопрос» и «Вопрос-ответ». Ждите в ближайшее время новых обучающих видео. Чтобы быть в курсе всех последних акций, новинок и обучения, вступайте в официальное сообщество Faberlic. Желаем вам успешного бизнеса с Faberlic!